Более 100 лет тянется наша тяжба с потомками убийц армянского народа. И она будет идти до тех пор, пока пантюркисты и наследники их преступного режима не покаются в совершенных злодеяниях. Что касается армян, то нам пора отказаться от комплекса жертвы, который мы сами себе навязали. Запомните раз и навсегда. Армяне – это не потомки жертв геноцида. Армяне – это потомки Гайка Нагапета. Армяне – это наследники Араратского царства. Мы не дали халдейскому тирану построить Вавилонскую башню, которая предназначалась для установления единоличной диктатуры. Наши праотцы с первых своих дней отвергали тиранию. Согласно преданию, в имени человека уже заложена его судьба. Мы называем себя Гай по имени нашего прародителя Гайка. Гай переводится как «вождь». Производным словом от него является «хайр», что означает «отец». Узнали себя? Каждый армянин мечтает быть владельцем собственного дела, стремится быть хозяином и не терпит власти над собой, поскольку больше всего на свете жаждет свободы и независимости. Не случайно лица, наделенные административной властью в Великой Армении, именовались танутерами, то есть хозяевами дома. Такова наша коллективная душа. Армяне – это хозяева Западной Армении, а не потомки жертв геноцида. Наших предков убивали не потому, что они были слабые, а потому, что на долю армян и греков приходилось 70% промышленности и более 80% внутренней торговли в Османской империи. Наших предков убивали не потому, что они не были лояльны туркам, а потому, что они были лояльны русскому народу и русскому царю, с которым османы и немцы воевали в Первую мировую. Пантюркисты убивали наших предков потому, что они боялись независимой Западной Армении. Пантюркисты боялись, что армяне, подобно грекам и болгарам, возродят свою государственность, как было уже много раз в армянской истории. Хотя до геноцида армяне требовали от османского правительства только соблюдение своих гражданских прав. В частности, один из лидеров армянского освободительного движения Погос Нубар заверял в Париже русского посла Александра Извольского: «Турецкие армяне совершенно не хотят поднять вопрос об автономии или изменении подданства. Они хотят лишь добиться осуществления реформ, предусмотренных Берлинским трактатом и разработанных в 1895 году Россией, Францией и Англией, которые до сих пор оставались мертвой буквой. При этом армяне надеются на мощную поддержку России и твердо намерены во всем следовать указаниям русского правительства». Армянские интеллектуалы того времени понимали, что независимость их родины не входила в планы самой Российской империи и не входила в планы европейских колониальных держав. Судя по письмам и статьям в прессе, армяне не сомневались, что внешние игроки используют армянский вопрос как разменную монету в своих играх на Ближнем Востоке и Кавказе. Подтверждением тому служит позиция министра иностранных дел Российской империи Сергея Сазонова, заявленная в апреле 1916 года на встрече с представителями Армянского национального совета. «Если вы должны говорить о самостоятельности Армении, между нами не может быть и разговора. Мы можем предоставить автономию более широкую, чем говорилось раньше». Англичане были ничем не лучше. В своей записке от марта 1916 года чрезвычайный уполномоченный правительства Великобритании Марк Сайкс писал английскому послу в Петрограде Джорджу Бьюкинену, что считает невозможным создание армянского государства, а также полную передачу Армении России. Хотя в ноябре того же года британский премьер Генри Асквит заявлял, что для армянского народа будет создана свободная страна. Кстати,
Этот тезис в январе 1918 года повторил другой британский премьер – Ллойд Джордж. Я пересказываю эти общеизвестные факты, чтобы напомнить простую вещь. Иностранцы никогда не будут большими армянами, чем сами армяне. У них свои цели и интересы. Великие свершения у армян случались в моменты истории, когда мы надеялись только на себя. Если бы великий Месроп Маштоц надеялся на иностранцев, то он не изобрел бы алфавит, который помог армянам сохранить свою идентичность. Ведь без алфавита Армения растворилась бы между Персией и Византией, которые нам навязывали собственные системы письма. Маштоц в буквальном смысле заставил армянскую знать говорить с народом на армянском языке, потому что многие князья говорили на сирийском и греческом языках и были оторваны от народа. Сегодня армянский правящий класс, благодаря Маштоцу, говорит с народом по-армянски. Но этот правящий класс так и не стал армянским по своему духу, поскольку он не сел за один стол с народом. Правящий класс погряз в роскоши, погряз в барахле и безнадежно далек от простого народа. Бедняки думают о том, как добыть хлеб насущный, а сверхбогачи – о новом дворце. Они мечтают о разных вещах, поэтому их нельзя считать единым целым. Вместо того, чтобы жаловаться на судьбу и называть себя жертвами, давайте честно признаемся себе в День памяти жертв геноцида, что беззакония внутри нашего народа отдаляют возвращение армянских земель. Всякий, творящий беззаконие над своим собственным народом, получает кару Божью, а не помощь из-за рубежа. Бог наказывает нас вероломными врагами, потому что мы отошли от своей миссии. И миссия эта очень простая. Стать благословением для себя и потом уже для соседних народов. Библия предупредила нас. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и уйдет от него. Благословение в буквальном смысле значит благое слово, то есть благодарность своему ближнему и Всевышнему. А слова, как известно, материальны. Общество, где каждый умеет быть благодарным каждому, а вместе они все благодарны Богу, это общество невозможно победить огнем и мечом. Оно непобедимо. Как это работает на практике? Мы должны научиться благодарить учителей за то, что они просвещают наших детей, создавая им достойные условия труда. Мы должны научиться благодарить врачей за наше здоровье, создавая им достойные условия труда. Мы должны научиться благодарить наших воинов, создавая им условия для достойной жизни. Мы должны научиться благодарить наших землепашцев, помогая им возделывать родную землю, которая хранит армянскую идентичность и обеспечивает людей пропитанием. Учителя, врачи, воины и землепашцы – фундамент, на котором нашему народу суждено построить в 21 веке армянскую мечту. Я так вижу. Остановить нынешнее беззаконие может только армянская мечта, поскольку она строится на идее справедливости, которая является универсальной. Это как в жизни. Ты не можешь дома унижать членов своей семьи, а на улице оставаться бравым парнем. Ты либо живи правильно дома и на улице, либо перестань врать самому себе и окружающим. В мировой политике работают те же самые законы. Ты не дождешься от мира справедливости, ты не вернешь земли своих предков, пока твой собственный народ живет в нищете и брошен на произвол судьбы. Сегодня, в День памяти жертв геноцида, давайте пообещаем друг другу, что отныне каждый армянин будет учиться благодарить своего ближнего. Когда мы исправимся, мир будет нуждаться в Армении. Пока же все происходит наоборот. Սիրելի այլենակիցներ, խնդրում ենք հավանեք այս տեսանյութը, սեղմեք այստեղ, մեկ էլ այ, այստեղ, շնորհակալություն։